Что касается вашего назначения на должность министра, вы, наверное, не хуже меня знаете, что в растениеводстве немного проще, но мы хоть как-то работаем относительно того, как это требуется. Что касается животноводства, это финишное производство нашего сырья в сельском хозяйстве, молока, мяса и так далее. Здесь у нас проблем хватает. И если животноводство не в порядке, то тогда и растениеводство не надо. Ваша вся биография связана с работой с животными. Вы образование получили в этой сфере. И, как мне докладывают, на последнем месяце своей работы, с которого вы идете на должность министра, у вас неплохо складывались дела. Поэтому, учитывая ваш опыт и учитывая те проблемы, которые у нас есть в сельском хозяйстве, мною принято решение о направлении вас в Министерство сельского хозяйства руководителя.